Всем привет, с вами XNavity, и сегодня я хочу показать программу для игры Rust, CS, Battlefield и так далее. Программа называется Screen Marker, она находится в правом верхнем углу моего экрана. Функции программы состоят в том, что мы поставим точку или прицел на экране. На примере я возьму игру Rust. Мы поставим прицел для лука. Вот. Возьмем любой объект, например, эту дощечку. Видим маленькую точечку. Переходим в Screen Marker. В Screen Marker мы переходим с помощью комбинации кнопок Alt-Tab. Ведем мышку в правый верхний угол. Видим курсор. А тут мы можем выбрать цвет и размер точки. Выбираем карандашик, например, вот какой-нибудь такой цвет. И точечку. Вот примерно наша точка. Так, вот точку мы поставили. Ставим курсор и сворачиваем программу. Не закрываем, а то все скинется. Так, вот мы в расте. Отходим куда-нибудь и проверяем. Куда мы прицелим? Давайте вон тот черный кружок. Мы попали. Значит, мы правильно сделали точку. Также это нам поможет стрелять с калаша от бедра. Почти в цель. Ну-ка. В цель. Давайте прицелимся, например, вот сюда вот. Попали. То есть от бедра мы можем спокойно стрелять. Ну, в крайнем случае... с болта. Калаш дергается. О, попали. Можно, конечно, и зажать. Например. Вот так вот. Если вы неправильно рисовали точку или прицел, то вы можете его стереть и нарисовать новый. Не обязательно будет перезаходить в программу. Используем ластик. Вот он. Удалим нашу точку. Что-то она не удаляется. Может вот так вот. Вот, она удалилась. Вот, еще раз. Вот, она удалилась сейчас. Снова рисуем ее. Вот так вот. Вот и все. Еще хочу предупредить. Перед тем, как зайти в игру, нажмите на курсор. И то произойдет небольшой баг. Вот, например, вы нажали на карандашик, нарисовали прицел и просто свернули программу. И как видите, карандашик у нас забаговался и стоит возле прицела. Чтобы этого избежать, вам нужно нажать на курсор, а потом на крестик. И свернуть программу, но не закрывать. И вот, этого бага сейчас нету. Бегайте, убивайте. А сейчас мы поставим точку в CS. Также я забыл сказать, что вы должны поставить игру в полноэкранный режим. Так, ставим точечку. Угу. Какую-нибудь черненькую. Давайте вот такую. Опа-на. Думаю, ее видно. Да, ее видно. Переключаемся в Counter-Strike. Вот. Забыл я. И что? Опа. Вот так вот. Берем АВП и стреляем. Что-то не убиваем какой-то. Почему-то я в голову не попадаю. Нет, попал. Вот так вы можете тренироваться с АВП. Эта программа рисует точку на экране, а не в игре, так что читом ее даже нельзя считать.
Использовать эту программу я бы вам не советовал. Просто потом вы к ней привыкнете и без нее не сможете. Играйте сами и честно. Ссылка на программу будет в описании. Ну а с вами был Xnavity. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.